запишу. Да? Но мне казалось, поляки это были одни из фаворитов. Вообще, как подходили к этому матчу? Потому что очень тревожный был счет с итальянцами. Я думала, сегодня будет что-то страшное, если честно. Я хочу сказать, что все ожидали то, что будет хороший бой. Им как бы не было никакого мандража перед игрой. То есть мы выходили и знали, что это наш последний шанс, то есть бороться дальше за золотые медали. И то есть мы просто вышли и показывали наш лучший хоккей, разобрали ошибки поляков. Хорошо нам Никита Артемьев помог, хорошую нарезку сделал перед игрой. Все нам рассказал, Олег Васильевич помог тоже. Мы разобрали полностью их игру. То есть вышли, просто отыграли. От простоты все выводили из зоны, все друг за друга бились, поддерживали. То есть просто видно было команду. То есть почувствовали уже игру и будем продолжать идти дальше, побеждать. Вот ты говоришь, разбирали, какие слабые места нашли у поляков. Я вот смотрел, у них сегодня с реализацией, это реальная беда. Ну, мы знаем, что они пропустили 3 гола с пятака, то есть... И мы знали, что нужно выводить просто на бросок в центр, то есть держать шайбу по углам, чтобы они уставали, теряли игроков. То есть мы знали, что они также забивают с пятака, то есть у нас всегда был третий сзади. И мы старались просто не давать им поливать поворотом, дать им углы и все, как бы играть от простого. И все у нас получилось, в принципе. Ну, нам нужно также посмотреть их прошлую игру, посмотреть, что они поменяли, потому что они тоже делают работу над ошибками, просто разобрать, что нужно делать, как играть, и просто уверенно выходить и побеждать. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Спасибо за игру.